Привет всем. Хочу показать свою матку нигера. Только что накормил ее сиропом. Живет она около 5 дней. Уже отложил пакет яиц, штук 8 примерно. Живет в таком вот инкубаторе. Хочу показать дальнейшее развитие этой матки. Кому будет интересно, подписывайтесь на канал, смотрите, как появятся новые первые муравьи, я вам покажу. Всем пока.